Дом номер 25 по проспекту Ленинского комсомола был построен 20 лет назад. В основном здесь проживают военнослужащие в отставке. Ремонта подъездов ждали несколько лет. И вот год назад долгожданные работы были проведены. Мы провели с собственниками общее собрание собственников с жителями и обратились в управляющую компанию с просьбой провести текущий ремонт. Вот нам все это сделали. Мы согласовывали и плитку, и цвет, и что будем делать, конкретно виды работ, что мы хотим. Алевтина Ковалева рассказывает, что жители принимали активное участие, выбирали материалы и цвет, обсуждали нюансы дизайна. Да, у нас шикарнейший подъезд. Это очень здорово. Единственное было, что мы долго ждали этого ремонта. Но когда это все осуществилось, мы очень рады и довольны. Пандус очень-очень. Потому что всегда приходилось то коляску, то чемодан, то тачечный. Предусмотрено, получается все. В процессе ремонтных работ возникли небольшие трудности. Пришлось дважды красить стены. Первая краска оказалась некачественной. Из-за этого благоустройство немного затянулось. Но жители с пониманием отнеслись к ситуации. Этот подъезд, он как бы интегрировал наш дом, скажем так, в современные. То есть еще немного, и, наверное, он бы уже был, ну, скажем так, из пожилых. А сейчас он молодой, почти юный. Принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» решили сами жильцы третьего подъезда дома. Собрали все документы и подали заявку. У нас была комиссия с МинЖКХ, приезжали, смотрели, отмечали. И они видели фотографии до и фотографии, вот, ну и непосредственно вот сейчас подъезд как выглядит, они, конечно, их впечатлило. Одним из критериев конкурса было наличие системы видеонаблюдения в подъезде. Предложить фотографии, рассказать, что было сделано, что было куплено за счет средств жителей. Вот непосредственно видеонаблюдение внутри подъезда мы сами собирали, сами установили. Именно этот подъезд победил в номинации, так сказать, лучший подъезд в прошлом году, потому что он тематический. В прошлом году, насколько я знаю, ни в одном подъезде Московской области не было тематических подъездов. Мы были первые, где начали рисовать, так скажем, какие-то картины или произведения, связанные с тематикой городского округа. То, что в прошлом году по губернаторской программе в округе было отремонтировано 49 подъездов, заслуга в первую очередь самих жителей. Стоит отметить, какие виды работ будут выполнены, зависит и от того, насколько добросовестно в доме оплачивают коммунальные услуги. В прошлом году было несколько заявок, но этот подъезд стал самым лучшим среди тех заявок, которые были поданы в нашем муниципалитете. После того, как администрация рассмотрела, там администрация, ассоциация рассмотрели все заявки, мы направляем уже информацию в Министерство ЖКХ и уже начинают голосовать все округа Московской области. Сейчас данный подъезд прошел во второй тур конкурса. Впереди еще народное голосование, которое пройдет на портале «Добродел». Победители определят члены комиссии в ходе выездных осмотров подъездов. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.